Всем привет! Это новая рубрика ПГД. По крайней мере, я этого нигде не видел, так что да. Думаю, каждый бы хотел стать скилловым игроком, проходить топ-10 X3 и получить славу в ГД. И я не исключение, поэтому я запускаю рубрику Road to Top 10 Player RK, или же Дорога к топ-10 игроку в России, где вы будете видеть мой путь как слэйера, так и контент-мейкера. Это уникальный контент, так как это не относится ни к летсплеям, ни просто роликам по ГД. Это история. Тут я буду рассказывать свои мысли, давать советы, если это будет уместно. Развиваться как в контент-мейкерстве, так и в демон-слэйерстве. И по итогу моя цель будет топ-10 РК. Зачем я вообще запустил эту рубрику? Разве я смогу осилить это? Да и откуда у меня такая уверенность, вы спросите. Я и сам не знаю, но я должен это просто сделать. Это просто моя цель. Стать вторым спейсом. Кстати, забавное наблюдение. У всех топовых игроков, которые уничтожали топ демонов, были признаки как большая английская буква S в нике. Также они становились лучшими за год своей игры, имея хард из какого-нибудь катаклизма. И ведь я подхожу под все эти параметры, правда ведь? Ладно, это всего лишь теория, у которой есть право на существование, так как она постоянно работает, типа, это уже факт. Да и я подхожу, в принципе, под все, что я только что сказал, так что есть уверенность небольшая, да и потенциал у меня, ну, огромный. Да и войти в топ-10 РК это не такая уж и проблема, будем честны. Все-таки конкуренции у нас нет, разве что Дови да и Вав. Ну, так мастер еще проходит раз в полгода что-нибудь. Это все. Только ленивый не попадет туда. Пора бы свой год игры уже оправдать и показать все, что я могу. А я ведь знаю, что я могу. Да и 240 Гц, которые появятся у меня осенью, уберут вообще все барьеры, мешающие мне. Да-да, именно барьеры. Попробую вам объяснить, почему я называю их именно так. Я последние полгода играл на мышке, у которой была задержка, которая мешала проходить мне что-либо. Если вам интересно, это Logitech G102. А как только мне купили клаву, я начал, ну, чуть-чуть разносить, оправдывать свой скилл, показывать, что я действительно что-то могу. А также у меня на протяжении 2 лет был очень слабый ПК. И это все просто барьеры. Как только у меня появился ПК, я начал играть на нормальном FPS. С клавой я начал проходить то, что не мог пройти очень долгое время. То есть, если бы у меня были идеальные девайсы, то в принципе я бы мог и раньше разнести что-нибудь, но у меня этого всего не было, так что мне приходится ждать. 240 Гц. Появится, я уничтожу все. И на этом, наверное, конец. Можете там дослушать, еще интересная инфа будет, наверное. Так что, вот, можете следить за моими прогрессами, они будут выкладываться на этот канал. Планирую пройти Hyper Paracosm, я думаю, за недельку, а может и быстрее справлюсь. Так что есть на что смотреть. Казалось бы, это топ-100 демон, но именно эта уверенность мне нужна. Топ-100 демон, уверенность, да. Также можете подписаться на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. С вами был Висейн, спасибо за то, что выслушали, всем пока.